А накануне православный мир отмечал День памяти великомученицы Татьяны Римской. В России эта святая всегда особо почиталась как покровительница студенчества. Ко дню памяти этой угодницы Божией в Клинцах во второй раз прошел бал православной молодежи. «Я приглашаю вас на бал». Эта лирическая строчка вполне могла стать эпиграфом мероприятия, прошедшего в Клинцовской епархии. «За живое общение молодежи» — так назывался второй епархиальный бал, состоявшийся в Центре культуры и досуга «Современник». Желаю, чтобы красота Божьего мира открывалась вам через живое общение с друг с другом. Только так этот великий дар Божий раскрывается в человеке. Я очень рад, что наш епархиальный бал будет этому только способствовать. В этом году участие в мероприятии приняло 180 человек из православных молодежных движений разных уголков епархии. Для нашей пары это дебют. Надеюсь, что и в будущем году проведение бала станет доброй традицией, которая придется по душе подрастающему поколению. Хочется выразить благодарность организаторам за их труд, за то, что позволили мне и другим девушкам почувствовать себя настоящей принцессой. Мы очень рады, что мы смогли порадовать гостей и друг друга своим участием. Активное участие в танцевальном вечере также приняли старшеклассники общеобразовательных школ города Клинцы. Я желаю вам, дорогие ребята, которыми наполнены эти дни, чтобы ваша инициатива, творчество, любознательность только крепли и укрепляли, приумножались год от года. В наши дни бальные танцы становятся неотъемлемой частью образования и воспитания молодых людей. В преддверии танцевального вечера участники посещали специальные репетиции. Бал – это прекрасная возможность дать молодым людям прикоснуться к истории и культурным традициям. Верим, что приобщение к бальному этикету поможет отвлечь молодых людей от негативных проявлений в содержании досуга молодежи. Помимо танцев, гостям вечера была представлена и концертная программа. В зале звучала живая музыка. Участники бала выражали слова благодарности организаторам вечера, оставляя свои записи в книге пожеланий.